Если хочешь вредным стать, нужно вам движение знать. Повторяйте забияки с нами. Руки выше, руки в бок, вместе сделаем прыжок. А теперь потопаем ногами. У маленьких жителей микрорайона Чкаловский и их родителей праздник. Их пригласили во Дворец культуры имени Валерия Чкалова на рождественское и новогоднее представление. На сцене много шуток, плясок, песен. Не обошлось и без злых сил, с которыми боролись добрые сказочные герои. Инициаторами праздничного мероприятия выступили депутаты городского округа Щелково. Мы вас поздравляем с наступившим Новым годом, с Рождеством Христовым. От всей души вам желаем здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех желаний, дорогие дети. Слушайтесь целый год своих родителей, воспитателей, учителей, чтобы у вас все-все-все сбывалось. А кто главные герои новогоднего праздника? Конечно, Снегурочка и Дед Мороз. Здравствуйте! А вот и я! С Новым годом вас, друзья! Для детей и маленьких наши сказочные герои расскажут интересную волшебную историю. И, конечно, в заключении они получат сладкие подарки от депутатов городского округа Щелково. Именно с этими подарочными наборами и приключилась запутанная история. Злая волшебница хотела спрятать подарки, чтобы они не достались детям. Но, как всегда бывает в добрых сказках, ее герои и самые заинтересованные зрители сорвали коварный замысел. Подарки были найдены. Их получили все дети. Помимо вкусностей, они унесли с представления праздничное настроение. Никогда не теряй. Теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай. Все на свете можешь ты. Андрей Цеходович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.